Что я думаю о поляках вкратце? Поляки очень работящие, очень. По сравнению с украинцами, ну, капец. У меня на работе пацан, 21 год пацану. Я спросил, чем он занимается еще кроме работы. Работая по 8 часов, он еще успевает ремонтировать машины у себя дома, продавать их, подрабатывать автомехаником. Еще держит магазин, который продает там пиво и все остальное прочее. Еще и учится, и кабита у него есть. Пацану 21, когда он все это успевает, я не понимаю. Поляки работящие. Украинцам стоит поучиться у них. Поэтому и страна стабильно процветает, стабильно развивается. Ой, как же нам далеко до Польши даже. Как далеко. И к какому выводу я снова пришел? Не в обиду полякам сказано, но и не в обиду никому вообще, никаким украинцам, никому. Но лично мне здесь не место. И таким, как я, тоже не место. Смотрите мои финансовые отчеты, и если просто сложить циферки, вы поймете, о чем я вообще и почему. Просто сейчас в голове у меня крутится одна цифра, вот 300. 300 гривен, да? 300 гривен чистыми я зарабатываю в день. 300 гривен. Ради чего? Ну что, на Украине нельзя 300 делать, или что? Не понимаю, зачем? Зачем я здесь? Ладно, буду смотреть, что делать дальше. Ну я задумался. Я уже просто набегался, наездился, мне надоело. Я захотел стабильности, захотел какого-то дохода, роста этого дохода. Но я не вижу, что здесь можно сделать что-то. 500 баксов, ну и что? Я за них куплю машину? Нет. Мне полгода надо вкалывать. Да ё мано. Ага.